друзья, наши покупки. Стики Фит. Это вамбари чипсы. Вот такие картофельные. Вот такое вот печенье. Шахматный слодыч печенье. У нас еще есть васильковый слодыч, поэтому взяла шахматный на сей раз. Вот такой вот шоколад. Порол и вот такой. Взяла еще вот такую маленькую жестяную чашечку. У Володьки есть большая с крышечкой. А Мирычу захотелось тоже вот такую чашечку. Будет как папа. Взяла себе буллет. Ой! Адамиру Милки Ап. Блин, сейчас вытру ливанула. Так, здесь. Что значит у нас здесь? У нас здесь вот такие вот наклейки на ногти. Мне почему-то показалось, судя по узорам на этих штучках, что это какие-то листочки. Это, может, какие-то осенние, это какие-то зимние. Ну, в общем, моя фантазия работает. Дальше. Здесь новый ошейник для Бубу. Вот такой вот. Бубенец я сниму, потому что обычно мы их снимаем. Бубенцы. Вот такой вот на осень ему ошейник. Здесь у нас вот такой вот бальзам для губ смешной. Здесь вот такой блеск для губ, написано увеличивающие губы. Ну, не знаю, как насчет там увеличения, но помню, что раньше были от Эвелин увеличивающие губы бальзамы. И они, конечно, были недолгоиграющие, они очень быстро сходили с губ, но быстро впитывались как-то и цвет пропадал. Но у них был такой вот холодящий губы эффект, мне это очень-очень нравилось. Блин, что это вообще такое? Кот принес. Постоянно протираю подоконник, он все равно его изгаживает. Ну ладно. Вот. В общем, у них был очень приятный холодящий губы эффект. Я не знаю, будет ли у этого бальзама такой эффект. Посмотрим, пока не пробовала. И еще мы взяли вот такую вот штуку. Это вот эти вот красные ниточки для загадывания желаний. Дамиру очень хотелось такую ниточку красную. И, в общем, мы ему такую приобрели. А это домик для Бубу. Была только в двух цветах, вот такой розовый и мятный. Ну, так как, конечно, понимаю, что Бубу мужчина, но домик этот придется носить мне, поэтому ничего страшного, я думаю, что он розовый. Такой вот домик новый для Бубу. Ой, вот так вот. Всем спокойной ночи. Чувствую себя очень уставшей, измотанной. Еще немного повздорили с Дамиром, потому что он не очень хорошо себя вел. Поэтому я выснажена. Всем спокойной ночи.